Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 5S. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Металлической лопаткой отщелкиваем экран от корпуса. Делаем это аккуратно, немного приоткрывая его. Сильно не открывайте, иначе вы порвете шлейф кнопки Home. Отщелкивайте кнопку Home. Теперь необходимо открутить 4 винтика металлической пластины. Откручиваем. Открутили. Теперь убираем металлическую пластину, отщелкиваем 3 шлейфа. Теперь необходимо открутить слуховой динамик. Там 2 винтика. Снимаем металлическую защиту. Вынимаем динамик. Устанавливаем новый динамик. Устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем на 2 винтика. Первый винтик. И второй винтик. Теперь необходимо дисплейный модуль вставить в корпус, подключить 3 шлейфа, первый, второй и третий. Установить металлическую пластину и прикрутить ее на 4 винтика. Если на вашем аппарате не работает слуховой динамик, это может быть проблема либо в слуховом динамике, либо в верхнем шлейфе, либо проблема на печатной плате. На нашем канале вы можете найти, как менять верхний шлейф или какая может быть проблема на печатной плате. На данном видео мы показываем, как заменить слуховой динамик. И последний винтик закручиваем. Теперь необходимо подключить кнопку Home. Подключаем ее аккуратно. Подключили. Теперь защелкиваем дисплейный модуль. Все защелкнуто. Теперь необходимо закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.